ощущение, что деньги у тебя есть всегда. Дает тебе возможность жить, делать то, что ты хочешь, и так далее. Сегодня у тебя там, копейки, завтра тебе будет по 1000 баксов в день, как бы, потом по 100 тысяч в день. Именно будет, если все будут в этом заинтересованы. Это же все так просто. Я не прав, вот просто пойми, вот тысячи людей одновременно в одно то же время получают кап денег. И все они просто могут кому тупо рассказать. И приведя хоть всего лишь одного человека, каждый, вот когда это ощущение есть, уже систему раздвигает. Ты потому что заинтересован, что, потому что там деньги будут оставаться каждый день по 50 тысяч долларов. Ты что, будешь молчать, что ли? Да ты побежишь. Как, блин, сумасшедший, потому что ты давно уже забрал свой долбанный номинал, тебе силком его отдали. Не хочу, не верить. Но если хочешь, выключи кнопку, не получай, никто не запретит. И что ты будешь делать? Тебе капает 50 тысяч долларов каждый день, ты захочешь, чтобы эта система рухнула, да ты убьешь любого паникера. Понимаешь? Потому что ты понимаешь, как система работает. Система, которая платит деньги всем сразу. Ты паникера спаси систему, да? Да. То есть ты, потому что все заинтересованы, все получают. Если бы он кому-то платил, кому-то не платил, кому-то вообще там блокировать, пошел нафиг. То есть избирательно подходил. Клаудмайнинг — система, где все был одинаковый. Негр ты там, цыганка там ты, еврей там ты. 30 аккаунта или 10. Да, вообще плевать на тебя. Делай систему, продумал так, вот 30 заводите себе аккаунты. Кайфуйте. 150 баксов что стоит аккаунт. Ну, можно и 10 положить, но реферальных хер с ним почти хер получишь. Только 150 баксов. Система так провела. Средний класс Клаудмайн 270 баксов. Пойдите 270 баксов и кайфуйте. Вот. Все кайфуйте. Потому что завтра будет капать до хрена баблища. Это сейчас вам 270 баксов. А потом... Кстати, нас скоро не пустят. Потому что сейчас динамика перед... То есть, тут вы поймите, здесь деньги важны. Тут вот сейчас, когда закончится, 29 мая закончится тема. То есть ограничение. То есть все будут смогут 100%. То есть все могут рубльки, штуку баксов. Кинули и кайфуют. Все, получают рефераль. То есть максимум 100% сразу же. Дальше может там динамика уменьшаться, но дальше и пускать уже начнут ограниченное число. Я не помню, сколько процентов соотношения мои пацаны занимаются. Все. Тема работает, и вы скоро... То есть не каждый может пройти, Нет, не будет очередь. То есть ни у кого пускать. Ну, деньги, если вам не нужны, приходите там завтра или там в очередь, там, не знаю, как. Потому что не нужно деньги все сразу. А система кайфовая, всем приносит бабло. Надо же, первый раз слышу. Ну, вы не поняли, походу, еще Клаудмайн. Клаудмайн я сразу, теперь я понял, как стал только участником. Зашел в ЛК, посмотрел, я охерел. Я все понял сразу, это страшный монстр, убийца. Вы просто даже не представляете. Это сейчас сайт полное говно. Все полное говно. Но завтра будет здесь такой вышечный сайт. Я даже не знаю, но я уверен, потому что я в системе. Я сделал самый крутой в мире. Это будет чуть позже, но... И все увидите. Сейчас главное механизм. Механизм классный. Это только вообще первый шаг. Cloud Money первый. Вот это облако будет называться. Оно называется облако Фибоначчи. Следующее облако будет вообще облако монстров. Вообще вы даже не представляете. Это облако было придумано 30 декабря 2013 года. Именно второе облако. А это первое облако, это вообще фигня. Хотя я вам рассказал, как оно работает. Вы даже не представляете, что это флагово. Все эти матрицы просто отсосут. Сто пудов. Бурдян — это страшный мужик вообще. Я просто офигеваю, что он придумал. Терминатор. Хотите вам прикол с этим Бурденом? Он оказался Рубен о Cloud Money. Хотите? Сейчас пишу. Мне чувак скидывает. Так. Сейчас, одну секундочку. Привет. Смотрю, что... Привет. Ага, вот все. Вот. Рубен М. Там мне фигачи. Понатыкали умных фраз в ролик. А кто это сделает? А кто знает последовательность Фибоначчи? Тот вообще в шоке от этого развода. Смотри, это пишет Рубен, внимательно. Пирамида не просчитана вообще, это опять же Рубен пишет. А самое главное, это большими-большими буквами пишет. Звонки жизни. Ведь правда интересно совпадение
интересно совпадение организации, которая был полмира на 80 ярдов зелени. И там, наверное, есть к чему поучиться организаторам Cloud Money, Ибн Фибоначчи Дезинг и Смайлик. То есть, вот смотри, вот особенно эта фраза, конечно, вообще прикол про Кипр. То есть это пишет Рубе. Человек, который предлагает сначала сотрудничество, вот так он, вот вам, пожалуйста, реально, как что такое зомбо-манипуляция. То есть на экране он такой умный пацан, а здесь он занимается банальным троллингом. Я короче, честно, то есть я не знаю, может это не Рубе писал, может это другой, но потом я скинул текст Бриану, вот мне. Он сразу напрямую обратился к Рубе. Вот текст Рубена. Рубен. Рубен подтвердил, да, что... Вот, смотри. Пишет Бордян Андрей Рубену. Привет. Твое или фейк? Спрашивает про это. Рубен. Мое. Да ладно. Зачем приплели Фибоначчи, когда у вас последовательности нету? Пишет Рубен. Бордян. Смотри, при условии, что человек не отказался получать ежедневные платежи, остаток его облачного счета увеличится на 68 за 4 недели. То есть ровно число Фибоначчи 64,8. Продолжает Бродиан. И кстати, мы не на Южном Кипре, а на Северном Кипре. Вообще никакого Кипра нет. Это специально для Дензела Вашингтончика. Ну, здесь такие колыбы. Да. Слушай, дальше. Так. А эта территория Турции не имеет отношения к киприотским делам. Но даже если имела, то я поддерживаю правительство Кипра, ибо ими было принято революционное решение. А тебе удачи. Придем прощаться. Ну, вырезка закончена. Уверен, что Рубен там больше не отдыхает. Вот вам, ребята, настоящий популизм. Он даже не понимает, что такое Cloud Money. Вот вам чувак, крутой чувак, который сделал честную игру. Сами думайте. Так, что там еще? А никто не понимает, когда обсирают другой проект, как правило, не да нас сами... пускай обсирают хоть все. Мы делаем людей счастливыми. Насрать на их не обсирают. Не понимаешь, что ли? Нам вообще насрать. Я знаю, что насрать, я говорю о другом. Я говорю о том, что тот, кто обсирает какой-либо проект, он до конца не въезжает. Да мне вообще плевать на эти проекты, я с удовольствием их пиарю. Я обсираю, я хочу меру заказать, кайпануть, хочу заработать бабла. Ну ты не обсираешь, правильно. Ты как хочешь попробовать и понять. Да, а я тебе говорю, Сань, кто обсирает, кто обсирает. Да обсирают дебилы трохи. Вот, я тебе говорю об этом. Потому что если до конца... Я же не говорил, что проект Рубена говно. Я говорил, что СП заскамилась. И она просто... Она 21% в месяц предлагала, ты понимаешь? Понимаешь. 21% в месяц. И соскамилась. Без геометрической прогрессии. А почему? Там вот вы даже не понимаете, что я с бабла, будучи не сам не внеся, привел туда кучу бабла людей. Реферальных ноль. Чувак мне там первый день вложил 300 рублей. 300 рублей. А за кто ППЕ, там реферальные не начисляются. То есть я потерял тупо там возможные средства. Это ЭСП полный готов. Он никогда в жизни не сделал пирамиду. Никогда, запомните мои прогнозы. Он не умеет это делать. Не умеет. И учиться этому невозможно. Для этого нужны суперкары. Почему я через здесь еще хожу? Я еще хожу, я просто хочу отлучиться, погулять. Я могу это делать? Че? Ты должен это делать. Ты должен. Если ты хочешь это, мы выключаем камеру. Не, ну, если майоров ушел, ты будешь делать финансовый пипец? Я нормально проинформирую паузу, а я сейчас очень делаю. Нет, ты будешь это делать, записывать? Конечно, сделай. Я же занял. Все, да не напрягай меня просто. Я хочу выходить из кадра, хочу выходить. Идем в полку на реальность. У меня так мысль, может, возникает. Все верно, так и надо. Вот это вот там все должно постоянно писаться. Сел, потусовался, встал. Тебе это не должно было. Все понял. Так. Вот это профессиональный подход, Валентин. Валентин вообще красавчик. О Валентине вообще речь можно... Вообще отдельно хотел видео на своем личном канале возле про Валентину. Это какая крутая девушка вообще. Так умеет, так понимает, как надо построить команду, как взаимодействовать, коммуникации наладить с друг другом. То есть вообще, вот я считаю, что таких людей на вес золота. И только благодаря идейной, достойной системе такие люди проявляются. Понимаете?
Вот с этими людьми мне приятно будет завтра жить в одном мире. А не с вами, как в уродине. Какой-то чувак пишет. Добрый день, читаю, не читаю, вот прям в реальном. Добрый день, меня зовут Пибип, я активный лидер новой ветки Буймистрова. Команда Пибип хотел бы с вами поделиться позитивной информацией в целях нашего с вами приятного общения. Будьте любезны, посмотрите видео нашего лидера Пибип. Группа Пибип, сайт Пибип, канал Пибип. И под видео отзывы людей, которые благодарны человеку за... Да читай, чувак, вы меня задолбали этим новым Буймистровым уже. Я знаю эту фамилию, 50 раз читал. Пофиг, я знаю, что такое матрица, чувак. Давай, закину бабло, закрывай за тот же день, скажу, что ты, чувак, закрываешь, все, что тебе еще нужно. Мне неинтересна матрица, потому что мне, я тебе говорю, завтра у меня будет капать в день миллион долларов, и у тебя тоже, если ты сейчас вала, херня не будешь заниматься, думать, как мир изменить. Так. Все.